Всем доброго дня и хорошего настроения. Сейчас мы рассматриваем новый ICO-проект, который называется eHarvest Hub. Проект сейчас идет уже при ICO, как мы видим. Заканчивается она 12 июня, через 3 дня 21 час. Торопитесь совсем немного времени для того, чтобы купить токены и, возможно, в будущем получить с них хорошую прибыль. Что же представляет из себя проект? Он помогает мелким фермерам по всему миру увеличить свою прибыль, делая продукты питания более доступными и менее дорогими. Это стало возможным с помощью протокола блокчейн и смарт-контрактов, которые удаляют несколько слоев посредников и необходимость участия человека в проверке безопасности пищевых продуктов. Главная цель проекта состоит в том, чтобы позволить потребителям напрямую взаимодействовать с мелкими фермерами во всем мире, используя эту платформу. Ну, идея достаточно интересная и перспективная. Я думаю, она будет полезна многим. На сайте мы можем посмотреть полезные видео. Есть все необходимые ссылки на социальные сети. Также есть новости проекта. Соответственно, здесь есть бизнес-модель, которая хочет построить данный проект, на котором он базируется, сам токен, вот как интересно в виде монетки они сделали. Затем идет описание преимущества проекта, проблемы и решения, которые дает данный проект, ну и, соответственно, карта, да, как мы видим, да, уже начинается с ноября 2011 года, достаточно давний, да, если брать по срокам. Сейчас при ICO, затем в июне у нас идет ICO, также можно будет поучаствовать. Ну, соответственно, охват рынка, который планируется сделать. Здесь мы видим hard cap, это 15 миллионов долларов, и стоимость токена 0.30 USD. И, соответственно, сколько выделяется токенов каждому, да, это вот у нас получается на маркетинг, на ICO продажи общие, затем на адвизорам. В дальнейшем здесь мы видим бонусы, которые получат инвесторы. И команда проекта, есть профили в LinkedIn, Twitter, Facebook, кому нужно, могут посмотреть и ознакомиться. Ну, можно также подписаться на почту, на новости, оставить свою почту. Так что смотрите, изучайте и принимайте решения. Всего доброго, друзья!